У наш час навчання за кордоном вважається дуже престижним. Американські, англійські та німецькі виші очолюють рейтинг найкращих університетів світу. А ви би хотіли навчатися за кордоном? Чи вважаєте за найкраще отримати вищу освіту на батьківщині? Про це спитаємо у перехожих. Ви би хотіли вчитися за границею? Я вже отучилась. А от якщо був би другий шанс? Так. Да. А де він? Не знаю. Наверное, может быть, в Англии или в Америке. Нет. А где вы хотели учиться, получить высшее образование? Ну, я сейчас живу в Украине, я не против получить высшее образование в Украине. Вы бы хотели учиться за границей? Ну, я уже выучилась. Вообще, да, ребенка своего, конечно, хотела бы за границей обучать. А куда именно? Я думаю, куда-то в Европу. Конкретней надо смотреть, думать в Англию. Я хочу учиться на Украине. А почему? Потому что воевал, буду воевать и буду стоять за Украину. Должна быть наша украинская, как говорится, все как положено. Да. Вы бы хотели получить высшее образование за границей? Нет. Почему? Потому что мне 70 лет через 2 года. Хотели, да. А где именно? В Голландии. А почему именно в Голландии? Потому что там очень хорошо химию преподают, а я химик. Да, я уже получил здесь уже. А вот если второе, например? Хотел бы. А в какой стране хотели бы учиться? Ну, в Германии. А почему? Не знаю, город хороший, страна хорошая. Добрый день. А вы бы хотели получить высшее образование за границей? Ой, я получила уже высшее образование за границей, теперь я хочу в Украине. Спасибо. Спасибо. За границей? Да, ну, чё бы и нет, конечно. А вот в какой стране хотели? Да, наверное, бы в Лондоне, в Англии. В Англии, да. А почему? Ну, потому что там перспектива. Перспектива в чём? Ну, в чём? Карьерный рост, во-первых, самое главное, и вообще уровень жизни другой. А уровень образования? Уровень образования, конечно, выше. Там, блин, с подходом подходят, да, людей. Да. Там отлично вообще. Даже не знаю, очень много вариантов. В основном сейчас у нас как? Польша, там все одно и то же, в принципе. Вот у меня девочка знакомая в Ирландии учится. Так достаточно креативно. Ну, без разницы, в принципе, лишь бы за границей. Но только у нас, я считаю, такая страна, которая высшее образование, у нас еще есть, еще нету. А вот за границей, в Европе, либо в Америке? В Европе можно, поближе.